допустили возможность урегулировать ситуацию мирным путем. Николай Павлович, пожалуйста, не допустите возможность урегулировать ситуацию мирным путем. У вас есть уникальный шанс. У вас есть шанс урегулировать ситуацию мирным путем. Не упускайте эту возможность. Выступите посредниками с людьми и президентом, а не его охраной. Николай Павлович, а давайте пройдет два человека в администрацию, на территорию. Почему там так охраняется все? Что там такого ценного, скажите, пожалуйста? Там нет ничего ценного. Там то же самое, что и здесь, но здесь лучше. Пропустите.